Смотри, какие красивые облака. А, облака – это мираж. Они не существуют. Как не существуют? Смотри, ну я же вижу. Вон они. Ой. Тебе нет. Новиков помер. Лам-пам-па. Нехорошо есть. Пойдем домой, смена пришла. Лам-пам-пам. Но как-то раз в вечерний час кот Васька нашу киску крошку увидел. Был умен. Мурочка, какой проказник Васька кот, когда вы киска мурочка. Ну, вперед. Герой Советского Союза, подполковник Полоцкий, патрулируя над нашими позициями, встретился с четырьмя немецкими истребителями. После бунт 190. Возвращенный с вас, товарищ Полоцкий, сбил два самолета. Самолет товарища Полоцкий, повреждения и загоревшиеся. В это время в районе боя появились 11 вражеских транспортных самолетов. А говорят, Конев к пруту вышел. Вечером приказ передадут. В моем горячем учителе приехал в их строй и протаранил один немецкий транспортный самолет. Товарищ Молодов... Мария, слышишь? А майор грозился в гости прийти. Честное слово. Отстань. Ну что? Так и не поговорил. Да как-то не получается. Ну. Ей-богу, он в тебе серьезно. Скажи, что подумать не смел.
Ты не пленный, ты трофейный, ты трофейный. Auf Wiedersehen, mein Klein, auf Wiedersehen. Клавиатура чудилка, точно с прокурором. Ну и правильно! Может, ты герой, но только баран с орденами. Ой, глупая ты моя. Знала я таких. Батальон целый. Держи. Так. Мечты полны тобой. Пойдем в баню, а? Дровишек подбрось. Пожалуйста. Просят дровишек? Пожалуйста. Нас просят. Мы делаем. Новиков тебя звал? Тебя звал. А сейчас лежит и ни о чем не думает. А я в баню хочу. А потом квасу хочу. А потом будем такие тихие, спокойные. Дежурить мне. А он все одно придет. И на дежурство к тебе придет. Потому что он совсем бешеный стал, как узнал, что уезжает. Майор твой! Напрасно все это. Все равно я Володю люблю. Эх ты! Майор переживает, страдает. Ну, может, он впервые серьезно. А бог знает, уедет и в первом же бою. А ты все люблю, люблю. Ну, люби себе, пожалуйста. Господи, скорее бы он уезжал, что ли, а? Пожалуйста, нас просят, мы и делаем. Кстати, не просит. Мало тебе пару? Мало? Сегодня капельку. Наши границы наконец перешли. Ой, боже, счастье-то какое! Только мой что-то ничего не пишет. Напишет. Шпилечку закали, пожалуйста. Ага.
Да. Слушай, а одень мое вишневое. А ну там, в шкафу. Ах ты, киска, Мурочка. Киска, Мурочка. Быстрее собирайся, они скоро придут. Какой проказник Васька кот. А то совсем скоро в синий чулок превращусь. Какой проказник наш майор. Кому это надо? Кому это надо, никому не надо. Кому это нужно, никому не нужно. Кому это надо, никому не... Ух ты! Ну я же говорила, что тебе пойдет. Да никому не надо, кому это нужно, никому не нужно. Жаль, чулок хороших нет. А так ты возьми мои, у меня со стрелками. Не, Юленька, спасибо, что ты? Кому это нужно, никому не нужно. Кому это надо, никому не надо. Кому это нужно, и кому это надо? Нужно. Ну вот. Приветствуем, прелестные создания. Здрасте, здрасте. Проходите. Алёп. Ой, спасибо. Спасибо. Может, пойдем куда-нибудь? А куда мы пойдем? Присаживайтесь. Давайте выпьем, посидим, поговорим о жизни, о любви. Правильно, Юлечка. Может, в кино? Точно. Давайте в кино. Леди Гамильтон, видели? Хорошее кино. Про любовь? Про любовь. Ладно. В кино так в кино. Мы с компанией. Хоть на тот свет. Идемте. Замужем, я жена. На балу под музыку о таких вещах как-то забываешь. Но на утро все встает на свои места. Твоя жизнь здесь. Моя там. Почему звонит колокол? Ты забыла, какая сегодня ночь. Последняя в 1799 году. 8 ударов в честь старого года и 9 в честь нового. С Новым годом. Товарищ капитан, ну дайте хоть одним глазком взглянуть на экран. Здравствуйте.
я поцеловал тебя сразу в двух веках. Мне нужно многое вам сказать. Завтра я уезжаю. И я должен вам сказать, что я вас... Не надо. Я благодарен тебе за многое. Как ты, дорогая? Очень хорошо. Товарищ майор? До победы еще ой как далеко. Зима недаром злится. Прошла ее пора. Весна в окна стучится и гонится двора. Ой, смотрите, какие облака. Так вот, я говорю ему так, что ты домой летел, а он мне... Товарищ капитан, ну что? Форсирование прута. Доблестными войсками 2-го Украинского фронта, прорвавшим... Товарищ майор, ну придумайте что-нибудь пооригинальнее. Пожалуйста. Предлагаю выпить за прекрасную половину человечества. За женщин. Очень оригинально. Ладно, валяйте. Мужчины пьют стоя. А женщины лежа. Браво. Потрясающе. А Юля у нас хорошо поет. Юлечка, ну проявите свой талант. Товарищ майор, подайте гитару. Спасибо. Есть у зимы свои законы, своя суровая звезда. На фронт уходят батальоны, друзья уходят навсегда. Он говорил до скорой встречи, скрывая слезы козырьком. Ушел войну, взвалив на плечи простым солдатским вещмешком. Товарищ майор, потанцуйте. Белый, белый, белый снег лег надолго, не навек. Пусть весной ко мне вернется мой любимый человек. Белый, белый, белый снег лег надолго, не навек.
пусть весной ко мне вернется мой любимый человек. Зимы печальная примета, твой первый ини на виске, разлука белою ракеты любимых ранит вдалеке. Пускай осколком не заденет, но душу выстудит до дна. Так на цветущие сирени ложится снега седина. Белый, белый, белый снег лег надолго, я не могу не больше. Навек. Пусть весной ко мне вернется мой любимый человек. Белый, белый, белый снег лег надолго, не навек. Пусть весной ко мне вернется мой любимый человек. Пусть весной ко мне вернется. Сумасшедший, мой родной, мой дорогой, ну ведь чепуха все это, поверь, ну откуда ты, любимый Володя, ну постой, ну... Слушай, не кричи так. Давай обойдемся без этого юродства. Приехал последним, уеду завтра первым. Ну остановись! Да вот, в командировку отправили. Дал пару сот верст крюку, надо же жену повидать. Сюрпризом захотелось. Ну не говори так, ну перестань! Постой секунду, я тебе все объясню! Помнишь, мы до войны друг другу все... сюрпризы делали. Вот я решил, сюрпризом. Ну, не говори так. Не говори. Капитан еще с девкой накрашенный. А тут бедный лейтенантик с фронта приехал. Сцена из провинциального театра. Что? Иди домой, жена.
покури. Да. Черт его знает, что придумать. Ну и везет же тебе, Мария. В кои-то веки раз и вдруг такое. Ладно уж. Спирту, ба? Спирту? Спирту для него сейчас достану. И патефон можно у раненых достать. Не надо патефона. А дежуришь за меня сегодня? Конечно. Конечно, нас просят, мы дежурим. Эх ты, киска Мурочка. А мой бы тоже. Царство ему небесное, вечный покой. В такой ситуации меня по уху бы запричастил. Лучше все, что угодно. Только бы жив был. Я смотрю, вошел кто-то. А этот баран с орденами. Да замолчи ты! Ну что ты? Ну что ты, кисонька? Ну успокойся. Ну все образуется. А ты дай ему выпить как следует. И на боковую. Там только такие дела и кончаются, это я тебе точно говорю. За что ж ты меня так, а? Ну не сердись. Ну не сердись. Я же просто тебе завидую. Ну хочешь, приду хорошего про тебя наговорю, хочешь? Совсем с ума сошла. Лампу зажечь. Володя, родной, я так долго тебя ждала. Я так тебя люблю. Я все тебе объясню, честное мое слово.
Дешевая штуководка. Вот так, значит, и живешь. Да нет, здесь мы редко бываем. Все, в госпитале пропадаем, день и ночь. Но сейчас легче станет, или фронт отодвинулась. Михаил под Ленинградом погиб. И все родные у меня погибли. Наводила справки о Шурочке, пока безрезультатно. Никого из родных не осталась. Не уезжай. Ну, опоздаешь, черт с ним. Опоздаешь на день, все опаздывают. Родной мой, дорогой мой, я так долго тебя ждала, столько дней, столько ночей. Я так устала от всей этой темноты. Володя. Ты лейтенант Тащукина помнишь? Сделай покурить.
Уйди. Уйди, ну. Я? Что ты, ну? Сколько ж можно? Нельзя, наконец. Господи, за что? Лейтенант Щукин. Тимур. Володя. После войны. Сразу. На Шура, пойдем, я? Пойдем. Там мама нервничает. И я туда же. Бывай. Ты знаешь, ты только не плачь, маленькая моя. Ты возвращайся, ты только поскорее возвращайся, хорошо? Я тебе обещаю, пока ты меня любишь, никакая смерть меня не возьмет. Я хочу бессмертный. Ну улыбнись, Маша. Thank you.
Вот увезу тебя на юг, и ты увидишь море и горы, и бахчисарайский фонтан. Ты довольна? Я счастлива, мой падишах. Когда приходит рейсовый? В полдень. Я сейчас уйду. Юля вторую ночь не спит. Нужно хоть под утро сменить. Дурак. Боже мой. Какой дурак. Боже мой, какой же ты дурак! Разбуди меня в половине восьмого, пожалуйста. Может, уже сейчас перейдем на «вы»? Разбуди меня. Меня не будет. Заходь. Чого ти? Ти ні світ, ні зара. А, да так. І знову помер хто? Да нет. Юлю прийшла подмінити. Чаю хочеш? А, налейте, бабушка. Холодный только. Ничего. Я горячий не очень-то и люблю. Мой спит, но... Ну, пусть спит. Бабушка, вы в половине восьмого разбудите его. Ему уезжать сегодня, а я не смогу. Только не забудьте, хорошо? Господи. И попрощаться, что ли, не сможешь? Операция у вас? Ага. Операция. Уезжает он сегодня под Вильно. Господи. Они, дай бог, убьют. И сама ж виновата. И не оправдаться. Все молчит и молчит и молчит. И все ж не то говорила-то, Господи, Боже ж мой. Хорошо, я сейчас подойду. Пиши, Пихтура, тебе письмо. Смирнов? Не, есть что-нибудь, сестричка? Нет. Ничего, ничего. Месячишку ты еще перекантуешься здесь.
да и получишь весточку от своей. Ну, как он? А мне, как всегда, нет ничего. Надо же, каждый день хочет письма получать. Вон в углу лежит, до сих пор ни одного письма не получил. Сестричка. Я и не жду. Некому. Помоги. Мне писать. Руки у меня завязаны. Прочесть не могу. А мне есть. Помоги, сестричка. Сестричка. Thank you.